Ребят, всем привет! Рассказываю, значит, как скачать с интернета видеоролик, да, и выложить его на свой канал YouTube, и как правильно там оформить все параметры. Смотрите, первый момент. Вот вы, например, выбрали ролик, который вам нужно скачать, да? Первое, мы его скачаем к себе, значит, в компьютер. Вот, смотрите, вот ссылка на этот ролик. Ставите вот здесь, вот после точечки. Ставите две английские SS. Так. И нажимаете, значит, скачать. Ну, не скачать, как он называется. Так. Вот, видите, вам нужна вот такая вот, например, зеленая, значит, кнопочка. Если здесь посмотреть, здесь, значит, есть еще меньшее разрешение. Ну, достаточно разрешение 720 для наших презентаций. И нажимаете его «Скачать». Так, это не то, это не нужно. Вот смотрите, у меня, например, в компьютере спрашивают «Открыть», «Guardar» — это «Сохранить». Я нажимаю «Сохранить как», да? И у меня есть папочка там, где, например, вот все по New Millennium. Вот, значит, да, в эту папку. Потом вот это название можно поменять. Сейчас оно непонятно какое. Сохранить. Все, это видео у меня сохраняется, значит, на канале. Ой, на канале, что говорю, в компьютере. Теперь открываем свой канал, да? Вот, например, у меня есть канал новый. Мой канал, да? Сейчас загрузится. Вот основная, да, основная, так вот выглядит мой канал, как купить недвижимость в Испании. Почему я это написала? Сами знаете, да, что мы можем заработать и купить где хотим, и на Северном Кипре, и в Испании. У меня цель просто купить недвижимость в Испании. Поэтому, значит, что мы делаем? Вот нажимаем «Создать видео или запись». Сейчас мы будем добавить видео.